165 тысяч детей этим летом отдохнут в оздоровительных учреждениях области. К их приему уже готовы свыше 1000 лагерей. Особое внимание при подготовке детских мест отдыха уделялось безопасности детей. В 46 из 52 учреждений области появились камеры видеонаблюдения. По словам министра социального развития региона, это теперь обязательная мера. В этом году на детскую оздоровительную кампанию были выделены 655 миллионов рублей из регионального бюджета. Стоимость путевки в детский лагерь обойдется родителям в этом году от 12 до 28 тысяч рублей за смену. Однако муниципальные районы компенсируют почти 95% от стоимости путевки. В оздоровительных учреждениях традиционно будут работать смены разной направленности. У нас это и есть еще православный лагерь, и лагерь мусульманский. И у нас будут традиционно работать смены определенной направленности, то есть профильные смены для лингвистов, для юных кадетов, для одаренных детей. Творческая смена у нас пройдет в лагере «Ровесник». Кроме того, летом 2015-го отдыхать юные жители региона будут не только в Саратовской области. В Крым и Краснодарский край отправятся отличники и дети с различными заболеваниями.